Именно с легионеров началась история независимого чешского государства. С таких слов чрезвычайного и полномочного посла Чешской Республики в Республике Беларусь Милана Экерта началось торжественное открытие передвижной выставки. Экспозиция представляет собой своеобразный экскурс в историю Первой мировой и открывает посетителям малоизвестные страницы той трагедии, которая разворачивалась 100 лет назад на нашей земле и унесла миллионы жизней. И священная земля цитадели не случайно была выбрана для презентации выставки «Чехословацкие легионеры в России во время Первой мировой войны». Брест интересный по несколько поводам. Прежде всего, мы здесь сейчас находимся накануне 100-годной годовщины начала Первой мировой войны. Брест известный во всем мире тем, что здесь, как сказать, был заключен договор в 1917 году. Брест-Литовский, мы находимся недалеко от этого здания, где это торжественное подписание проходило. И мы привезли сюда частину чехословацкой и českой истории, которая напоминает деятельность наших легионеров. Концепция исторического вернисажа представлена на 40 стендах. На них в хронологическом порядке отражены этапы пребывания чешских легионеров на территории Российской империи, начиная с 1914 и заканчивая 1920 годом. Именно этот период ознаменовался чередой смут и кровавых событий в истории царской России. Экспозиция создана на основе архивных документов, фотографий и других материалов, повествующих об участии чехословацких воинских подразделений в событиях Первой мировой войны. Не только увидеть, но и в прямом смысле слова прикоснуться к истории того времени посетители смогут благодаря оригинальному комплекту формы чехословацкого легионера, хорошо сохранившейся до наших дней. Брест – это второе место, где эта выставка экспозиция, преподносится на территории современной Беларуси. И, наверное, уникальность этой выставки заключается в том, что в истории современной Чехии и есть такой исторический момент, связанный с тем, что те люди, которые образовали Чехословацкий легион, они впоследствии стояли и у истоков создания независимого государства. Чешская выставка – это вторичная у нас здесь уже, мы видели раньше. И опять-таки, вот те дипломатические миссии, которые представлены у нас в Бресте, они идут всегда впереди. Они первыми, которые пытаются наладить отношения с музеем нашим, а мы, соответственно, всегда отвечаем вниманием. И, безусловно, эти темы, которые освещают эти выставки, они не только касаются истории как бы конкретных этих государств, но они переплетены с нашей страной. Брестская крепость – это своеобразный авангард исторической правды, подчеркнула Лариса Бибик. Поэтому на священной земле цитадели выставочные проекты других стран – не редкость. Вернисаж будет работать до 15 августа, после чего отправится в Екатеринбург, а в конце октября вернется в Беларусь. На этот раз экспозиция будет представлена в Бобруйске и Могилеве.